Всем привет, дорогие зрители. Несколько дней меня нету на канале. Были дела. Вот так. Сейчас я нахожусь в районе Тосмур, около речки Дим. Слушаю гусей, как они разговаривают между собой. Так, здесь продается хорошая квартирка. Итак, сегодня погода тоже хорошая. Также был шторм. Ну, наверное, дождик будет через к вечеру, наверное. Так, речка Дим. Расстояние отсюда до моря максимум 550-600 метров. Тут есть ресторанчик. Вот, кто хочет, может подойти сюда. Натуральный сок есть. Выпечки, даже еду готовят. Эта дорога прямо выходит к песчаному пляжу района Тосмур. Там есть подземный проход. Здесь друзья сидят, потом вернусь. Здесь тоже можете сесть, ну, беседочки. Итак, продается у нас 3+1. Четырехкомнатная прямая квартира. Не дуплекс. Не двухуровневая, чтобы понимали. С видом на речку. Продается вот в этом проекте. Сторона юго-восточная, Наравала. Итак, здесь у нас два входа. Один вход прямо в квартиру, хотите подниматься, отсюда поднимитесь. Также есть отсюда через сад. Там красиво, есть большой бассейн, свой такой мини-лес. Итак, магазинчик рядом, в той стороне от этой дороги, где-то 200 метров. Сеть магазинов Шок, сеть магазинов Сеть Маркет, сеть магазинов Бим, уже 250 метров. Но это улица, самая важная улица района Тосмур. Здесь есть вся инфраструктура для жизни. Давайте еще вот так покажу. Там фруктово-овощные магазины, хамам есть и тому подобное. Поднимемся. Проект был сдан в 2005 году. Мне этот проект очень нравится. Я тут рядом живу сам же. Вот видите, как горы там, тропинки такие интересные. Фруктовые деревья. Бассейн наверху. Также можно с той стороны, с того входа пройтись туда. Мушмула, лимоны, мандарины, апельсины, цветы, камни, букашки, муравьи, все есть. Розы. Вот красота. Ромашки. Айдат, 300 лир. Я вернусь в тот блок. Беседка. И вот большой бассейн, который подготавливают уже к запуску. Большой бассейн, не маленький. Красота. Давайте еще такой фон. А, не получится фон взять. Так. Там вход есть второй. И третий здесь. Вот я мог отсюда зайти, но хотел показать вам всю территорию. Поднимаемся в квартиру. Так, покажу эту дорожку. Вот отсюда вход. Вот здесь калитка есть. Вот подъемчик. 10 метров, 15 метров. Итак, я пришел оттуда. Также есть второй вход вот отсюда, с того блока. И там кладовка внизу. Поднимемся наверх. Итак, я вышел прямо к балкону показать вот вам вид. Глазами я все вижу вот так. Вид на речку. Этот вид у вас никогда не закроется больше. Все то, что построили, уже построили. Там речка. Тут бассейн будет видно. Сейчас. Видны горы. Сторона восточная, а также спальня смотрит на юг. Так. Открыта парковка снаружи. Первый большой балкон, который можно застеклеть. Будет еще дополнительная комната.
гостиная. Так, высота потолка 260. 265 сантиметров. Высота потолка или 260. Вся жилая площадь, я сейчас вам на глаз вот так скажу примерно. Спальня здесь 11-12 квадратных метров минимум. Или 13, даже 13 скажу, потому что можно шкаф еще поставить. Там две кровати тут уже установлены. Кондиционер Самуи. Из спальни вид также на речку. Тоже восточная сторона, это спальня. Средний этаж, не крайний. Так, теперь зайдемте в эту спальню. Тут есть сейф в стенке. Также выход на балкон. Ага, тут как минимум 15-17 квадратных метров. Это спальня большая. А также шкаф встроенный. Здесь первый санузел. Редко есть такая квартира, 3 плюс 1, именно прямая. В основном дуплексы бывают. И подходит под ВНЖ, тем более, для большой семьи. Так, эту спальню я зашел, осталась третья спальня. Также есть балкон. Вот. Также с этой стороны видна речка и горы. Эта спальня где-то у нас тоже 11-12 квадратных метров. Вот. Кондиционер фирмы БК. Почти отдельная кухня. Бытовая техника Эска стоит, плита, вытяжка. Судомойка фирмы Регал. Наша прихожая. Нормальная прихожая. Тут даже есть, ну, шкаф, кабель проходит. Шахта. Так, здесь две квартиры на этаже. И второй санузел. Тот тоже был не маленький, это тоже не маленький, нормальный санузел. Накопительная система фирмы Ariston. Бойлер стоит. Стиральная машинка профила. Так. Итак. Дорогие зрители, картинку вам покажу и себя покажу. Цена этой квартиры, дорогие зрители, 189 тысяч евро. Звоните, пишите по номеру плюс 90-555-064-9110. С вами был Агаси, Солнечная Алания, район Тосмур. Еще раз скажу, эта квартира подходит для ВНЖ в Турции. Всем пока-пока.